Детям, выбравшим спорт, с наркотиками не по пути. Легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков» проходит в России уже не в первый раз. За 15 дней участники, 36 спортсменов и взрослых, и совсем маленьких, должны были пробежать более 1000 километров по городам Золотого кольца. В минувшие выходные ребята прибыли в Иваново, где познакомились с работой Ивановского управления наркоконтроля и его начальником Виктором Бакулиным, который поприветствовал ребят и поблагодарил за то, что они пропагандируют здоровый образ жизни. В нашем регионе, кроме этой всероссийской акции, регулярно проходят другие мероприятия, направленные на то, чтобы обратить внимание ребят на спорт вместо пагубных привычек. Это и под названием «Мы вас любим», который буквально недавно мы проводили на нашей площадке для детей с ограниченными возможностями. Это и «Дорога в будущее», которую мы проводим на всей территории Ивановской области, во всех муниципальных образованиях. Ну и достаточно много других, потому что мы работаем не только с подростками, и с молодежью. Это и каждый выбирает для себя, для студенчества, я имею в виду и студентов техникум, высших учебных заведений, ну или военнослужащих, это защитник, допризывник, ну и очень много под условным именованием, и все они направлены на здоровье, образ жизни, для того, чтобы дети, подростки, юноши были хорошими людьми, в перспективе были достойными гражданами нашего государства, Великой России.